Я взял. Ладно. Не будем. Сейчас включу вам. Бля, как умно! Игра до победной, пацаны. Тут будет, по-моему, сейчас дабстеп одни. Можно будет вставать и просто флексить. Ой, господи. Ой, боже мой, не играй со мной в игры. Мое сердце дрожит, как геймпатос 4. Боже, суицидники в прямом эфире. Трек крутой. Что же будет? Ой, как круто. Очень круто. Ой, спасибо, донатик даже не заметил. Я спасибо. Я знал, что ты кислов. Хочешь, я тебе привезу котенка? Подмосковье лови, как мама отнесется. Бро, мне нельзя кота. Я бы хотела. Мне мама не разрешает, извини. Спасибо огромное. Я бы очень хотела себе своего собственного кота. Я прям... Накрутили онлайн. Пацаны, можете, пожалуйста, с каждого бота, накрученного в чат плюс, просто типа это... А то что-то ботов много, я вообще в шоке сегодня. Сижу в полном... Как же боты... Как же боты меня уже достали! Этот онлайн накрученный каждый день, ё-моё! Боты плюс чат. Реально, реально. Сколько ботов накрученных? Боже мой! Вообще, как жить? Я вас люблю. Я вас люблю. Боже мой, как флексит. А нуля. Я, значит, боюсь просто на горке скатиться, он сальтуху так и сделает. Шок, я буду сидеть просто везде. Ну еще, вот такой спонсор еще мог быть. Залетаем на небо, небеса. А как потом посадить себя? Просто ты постепенно вниз спускаешься, да? Элефант! Элефант! Полный элефант! Элефант! Пацаны, там парень на элефанта делал джамп. Представляете? Реально полный элефант. Реально, я в шоке. Ой, ты чего? Бруно, спасибо, Бруно. Спасибо. Спасибо огромное. Ты же мой элефант. Обязательно врубим после этого видосика. Фига, у него нож кредитка карпшарп. Реально, битцы купил, походу. Оля! Ля какой! На! Лох! Не, ну парня чисто обдурили, дурака на 4 кулака, реально. Но он элефант в этой ситуации, помню. Ля, какие спецэффекты, ё-моё! Он попал прям в дырку туда. Это, кстати, вообще нереально, чуваки, это нереально на самом деле. Кто лям выиграл, не поняла. Это выиграл лям чувак, который вот это вот кинул? Серьезно? Пацаны, дайте мне тоже, бо я попаду в эту дырку на изи вообще, и мне миллион рублей! Такие деньги, вы меня извините! Лям рублей, вы меня извините, дорогие! Стань миллионером, я бы таким миллионером там стала бы, я вам в натуре отвечаю! Вера полный Барс Брансон, реально! Нет, я думала, он ударится сейчас. Видите, если бы он там впилось бы. Ты снарбатя такой парень. Встал, фараон, значит, слушает, флексит.
Хорошо, сделаю, бро, обязательно после этого. Наигранные эмоции, видимо, ты меня не знаешь. Сделай, плюс еще одну сигну с реальным. Там еще налог на выигрыш. Серьезно, какой налог на выигрыш конкретно? Выложить. Обязательно сделаю, бро, после стрима. В альбоме найдешь себя. Sky Slam, пацаны. Ну это сильно. Она старалась, мне кажется, очень. А как это было? Не поняла. Офигеть. Я не знаю, он упал в эту реку, не мутая. Открой крышку. Ну это сильно, гольфисты реально помню. Не знаю, не было ни в это, ни в этого. Не выкупаю прикол с этими лыжами, сноубордами. Не нравится мне. Квасакеля. Саки. Какие тянки присели. Кошечки, кошечки. Ой, какая кошечка, лёва пузатая. Ля, какие... Ой, тянки еще то перебарщивают, переигрывают Little Beat. Может, позже, после стрима я накроусь. Оу, май. Ля, какой, ля, флаг России, ё-моё. А, это Поланд? Ля, пацаны, Поланд. А чё там слева Поланд был? Лайка, лайка. О, кстати, это в натуре тема годная. Настолько ленивый. Баян вроде прикол, он сейчас клюшку выкинет, а нет, или он... Не прикол вроде бы. Я помню, подобное было, когда клюшку выкинул. Jingle bell, jingle bell, jingle all righty. I used to ride one home for Christmas. انت في اختبار اداء كامارو وكورفيت. Ля, ой, боже мой, суицид не выход, зая, ты меня велосипедист, велосипедист, ё-моё. Я не понимаю, зачем люди так живут вообще, зачем они это все делают, эти велосипедисты реально в шоке. Что? А, это назад, все понятно. Какая ля. Как она оттуда встанет потом? Катится просто? Как-то все непонятно, сложно. Полный снегоход. Телепузики отдыхают. Ой, сори. Привет, Нелли. Ой. Ну это сильно. Парень чисто флексит. Вот как он не упал, расскажите мне. Он еще дальше, да, поедет? Ну это сильно, мужик. Сори, я здесь. Полный бильярдный столик. Мы это видели, кстати, уже где-то вроде, не? Ой, боже мой, суицид не выход. Кенгуренок.
парень хиста седлал велик задом наперед. Ну это сильно. Это фэк. А мне кажется, она открыла и просто постучала потом, типа. Типа, смотрите, какая я ля умная. Самая лучшая. Наилучшая.